Какие новые форматы отелей и ресторанов станут наиболее востребованными? Какую выбрать стратегию развития компании за пределами Садового кольца в ближайшем будущем? Все эти вопросы на повестке дня конференции РБК «Хорика-2017. Время инноваций и роста». Сейчас мы создаем сеть из 39 районных центров, расположенных в спальных районах нашей столицы. Цель нашего проекта – это привнести в районы то качество, которое на сегодняшний день доступно в центре города. И мы создаем некие уникальные пространства для возможности общения, коммуникации, встречи с друзьями и просто различные варианты праздников добрососедства и прочие мероприятия. Общение нашего персонала с гостями, да, это важная часть для нас. Естественно, какой-то шоу, элемент шоу всегда будет присутствовать в нашем формате, но мы все равно всегда будем говорить о том, что качество прежде всего. К счастью, сейчас уже гости очень стали требовательно относиться к продуктам, и это заставляет нас двигаться. Основным фактором на сегодняшний момент вообще является время, мне кажется. Для людей является время, в первую очередь. Не тратить время на какие-то передвижения лишние, по пробкам, там, по городу и так далее. Есть небольшая проблема, связанная с будними днями, днем, потому что основная часть населения из спальных районов выезжает в центр города для того, чтобы работать. Люди всегда стремятся к чему-то интересному, к чему-то новому. Это большой интерес к здоровому питанию и к здоровому потреблению алкоголя. Форматы магазинов натурального питания, винные бары с биодинамическими, с натуральными винами, маленькие форматы. И да, действительно, все очень сейчас считают деньги, поэтому средний чек становится очень важным фактором. Что касается экономической составляющей, то по нашим данным ставки аренды в фудхоллах и на фудкортах примерно сравнимы. Там очень большой разброс. По нашим данным, в Москве разброс ставок от 8 до 30 тысяч рублей за метр в месяц. Это на фудхоллах. Фудкорты находятся где-то примерно посередине. Любой концепт, будь то розничный торговля, будь то ресторан, сейчас конкурирует с онлайном. И это первая причина, по которой развиваются мультиформаты. Там просто удобнее купить все и сразу. Поэтому я вижу будущее за такими миксами, как рынок плюс фудкорт, магазин плюс кафе-бар, в котором мы, собственно, и работаем. Город Сад работает именно так. Из последнего могу похвастаться. Мы запустили сервис, так называемый «Последняя миля», когда автоматически идет распределение заказов среди курьеров. Мы сократили время доставки на 20%, что позволило нам запустить сервис доставки за 45 минут. Это уникальное предложение. На рынке больше такого нету. Безусловно, если есть какая-то возможность автоматизации любых бизнес-процессов, ее необходимо использовать. Совершенно нету необходимости, чтобы один и тот же человек тебе ходил каждый день. Главное – делать свою работу таким образом, чтобы человек хотел к тебе вернуться. Одной из важнейших тем конференции стало обсуждение стратегии развития столичной сети отелей в 2018 году. Мы очень ждем развития, собственно, Москвы как некой точки для туристического бизнеса. Мы хотим стать привлекательными уже в таком инновационном смысле, потому что у нас построена инфраструктура для принятия мероприятий самого серьезного, самого сложного уровня. Чемпионат мира мы рассматриваем не как основное событие года, а как толчок для дальнейшего развития рынка Москвы, в частности, поскольку он должен запустить некоторые процессы, которые позволят Москве заявить о себе как более, наверное, значимый город в линейке туристских столиц мира. Мы выделили в 2018 году отдельное на это направление стратегическое. Это целый формат спортивный кейтеринг. Это новые форматы подачи еды. Это совершенно индивидуальный, другой совершенно подход, оперативный, который ориентирован на обслуживание больших групп, делегаций, спортсменов, судей и так далее. Турагентства, они все немножечко сейчас притаились, потому что ждем жеребьевки, которая состоится в декабре. Мы готовим свои программы интересные, экскурсионные, несмотря на то, что проходит чемпионат FIFA, и мы не только на этом сфокусированы.